На требование остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе погони Hyundai свернул в микрорайон Светлана, где на одном из закруглений дороги не справился с управлением. Наехал на бордюр и опрокинулся. Инспекторы помогли водителю и пассажиру выбраться. У водителя налицо были явные признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование молодой человек отказался. На 27-летнего сочинца составлено 2 протокола. За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за отказ от медэкспертизы. Всего за время операции «Бахус» составлено 5 протоколов за управление в нетрезвом состоянии и 22 протокола за отказ дуть в трубочку. Прежде всего, сотрудники дорожно-патрульной службы нацелены на выявление водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мы хотим всех предупредить и предостеречь. И еще раз напомнили о том, что употребление алкоголя за рулем влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.